Это ЗИП. Мимо меня только что промчался грузовик, полный этих демонов. Скоро будут у тебя. Не дай им обезвредить бомбы. У них все с собой. Осторожно, здесь взрывчатка. Разделиться и деактивировать ее. Живо! Наконец!
Личный ангел-хранитель. Наверху! Смотри! Враги! Держим пальцы на кулаках, народ! Выдвигаюсь! Бомбы активированы! А теперь шевелите булками! Сейчас тут пойдет золотой снегопад! Похоже, ты чист! А теперь сожми булки и смотри, как вершится настоящее правосудие! Ты чертов герой Америки! Заговор мировой элиты раскрыт! Мы отвоевали наш разум! Мужественные американцы дали по зубам Иосифу и его демонам! Пусть знают, какие мы и на что способны! Мы первопроходцы, и мы остаемся здесь! Я каждый день благодарю Господа за то, что Он свел нас. Твоя помощь неоценима. Рад, что ты. Проверь, как там члены сопротивления на ферме Вудсонов на Востоке. Я давно ничего от них не слышал. Не верю, что на улице Фолс-Энда пришла война. Thank you.
Джером. Осторожнее у свинофермы Вудсонов. Сектанты убьют пленников, если заметят тебя. Действуй незаметно. Так у них есть шанс выжить. Эти души уже не спасти. Сожжем их. Обратит ваше грешное сердце в пепел. Бог ты мой! Пошли! Бежим, прошу, нет! Спасибо, что помог. Мы порвем этих сектантов. Спокойно. Можно ошибиться и в слове «гнев». Грех нужно обнажить, иначе его не смыть. А скрывая грехи, мы прячем себя. Но это позади. Твою сущность, что прольется на этот пол, увидят все. Вот так. Если Магомед не идет к горе, то гора придет к Магомету. Начнем!
друзья облегчат тяжесть искупления. Братья. Мы собрались здесь, чтобы узреть. Сукин ты сын! Попробуем еще раз. Братья, мы собрались здесь, чтобы узреть. Братья, мы собрались здесь, чтобы узреть. Искупление грехов отступников. Искупление грехов отступников. Итак, Ник, Рай, положи руку на слово Иосифа. Итак, Ник, Рай, Ник, положи. К черту! Не хватало еще слушать этого психопата. Алчность. Твой грех. Вечно думаешь о себе. Ник? Да. Да, я согласен. Нет! 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 Вот! Сила слова «да»! Сила, что смоет твои грехи! Сила, что освободит тебя! Итак, помощник, положи руку на слово Иосифа. Итак, помощник, положи руку на слово Иосифа. Отрекись от своих деяний и признай грехи. Отрекись от своих деяний и признай грехи. Скажи «да». Всего одно слово. Ствол! Давай же! Увести Илана! Живо! Отправляйся с мэрии и покончи с этим! Живее! Едем! Пока не поздно! Помощник, он уходит от нас! Шевелись! Сверху!
Вики, найди самолеты в погоню! Дружище, это Ник. Ублюдок не должен выйти сухим из воды. Если нужно, я поднимусь в воздух. Только скажи! Вдруг Иосиф прав. Что, ты никогда не задумывался об этом? Все думают, что он псих. Но если нет, оглянись. Миру грозит гибель. Ты сам знаешь, ты это чувствуешь. Посмотри на заголовки. На тех, кто правит. Хочешь ключ? Думаешь, что спасешь людей, но они уже спасены. У нас был план. Тебе не понять. Ты не веришь. Ты не видишь! Да спасет Господь твою душу. Представить, что сектанты сделают с пленниками после всего этого.
получен. Отмена блокировки. Боже мой. Боже. Не ждала, что ты вернешься. Что-то происходит. Все сраные дымщики внезапно забегали. Стали закрывать двери. Нас всех заперли. Я думала, что застряла тут навечно. Выродок. Он спускался сюда, становился в сторонке и смотрел. Мы молили о помощи, а он просто смотрел. Я тут не одна, были другие. Их нужно спасти. А потом сжечь это место к херам собачьим. Помоги. Или не мешай. Ну, нам нужно попасть в центр управления. Только оттуда можно открыть клетки и выпустить остальных. Несколько камер. Вот черт. Нельзя открыть все замки разом. Здесь защита. Придется открывать блоки по очереди. Салага, давай к камерам. Я буду их открывать, а ты выводи людей. На связи. Аварийные выходы открыты. Прикрой меня! Атакую! Мне страшно!
нужно вывести отсюда всех людей. Вы не можете так с нами поступать! Он пытается открыть двери! Ну что, начнем? Заряжаю! Прикройте! Помогите! Кто-нибудь! За помощь! Нет. Отмена запуска. Ладно, не зевай. Я опустила платформу в ракетной шахте. Как вообще так вышло? Так, ты попадешь в центр управления. Увидишь там пульты. Разнеси их. Черт, ЭДМщики! Вера для всех! Если они убегут, то их ждет смерть. Разнеси пульты управления. По-другому нам людей не вытащить. Забрать нашу... Да-да! Начните процедуру эвакуации. Эвакуация. Вот так. Стреляй по цистернам. Так, подвигай. Тревога. Люк, где-то рядом есть панель управления.
Привет! Твою мать! Никогда раньше такого не видел. Я знал, что мы не зря тебя спасли. Эй! Ты вернул то, с чем мы попрощались. Надежду и округ. Что бы ни случилось, мы с тобой. Эй! А ты не промах, салага. И, судя по всему, ты теперь здесь главный. Если вдруг что-то понадобится, ты только скажи. Как раз думала, не заглянешь ли сюда. Эй, ты, я на кухне. До сих пор не веришь, что людей убивали прямо в центре города. Еще одна печать сломана. Моя семья! Мои братья, сестра, их забрали у меня! Змей, притаившийся в саду! Я думал, что знаю планы Бога. Я ошибался. Я был слеп. Но сейчас я вижу. Ты забрал мою семью, и я заберу твою. Мы примем их в наши объятия. Так же, как примем тебя. Мы будем ждать тебя там, где все началось. Врата Эдема связались не с теми людьми. Салют. Ты как раз вовремя. Слушай, помощник, кажется, больше тянуть кота за яйца не получится. Пора собраться с силами и отмудохать Иосифа Сида. Ты все правильно. Он ждет тебя в своей церкви. Простите.